Четверка, а почему Вероника-то плохая? По порядку же надо. Да подождите, не месяц еще не пройден, там пара часов осталось, а потом-то оставшееся время на стрим, что я буду делать? Привет, Ян, Сектор Газа. Мне сказали, что код Вероника, он между третьей и четвертой. Поэтому надо код Вероника, а потом уже четверку, пятерку, шестерку и потом Ревелейшнса. Четверку, плиз. Ну, а код Веронику когда Спасибо, тогда? так неожиданно и приятно. На теплый носок один. Один шате. Наталья, спасибо большое за 3 соточки. Это где такие носки дорогие? Ну ладно, хорошо, тогда четверку, а потом это как его? А почему у меня геймпад опять не работает? А потом Веронику, ладно? А, привет, Витас. Ой, а куда я нажала? О, а так можно было? А я не знала, извините. На пробел, оказывается. Короче, рассказываю. Я вчера засала, что 8 часов геймплея, возможно, проебутся, если сейвы на самом деле не работают. И я, короче, не выключала комп с открытым эмулятором. Эмулятором сидела. Так, подожди. А, почему геймпад не хочет работать? Управление. Стандартный контроллер. Как вам быть, решайте вы сами. А я... Но Будда, это не так работает. 99, охуеть. Будда, не стоило, правда, но мне уж стыдно. Спасибо большое за сапку для Ванька, для как и стоя, для Даши, для Мурмурки, для Чечетки. Огромное спасибо, и поверь мне, не стоило из-за того, что я четверку пообещала так делать. Как всегда... Всех ништяков, чтоб хуй стояло, деньги были, чтоб щечки розовели. И ты меня в прошлый раз укорил, да? Укорил, так говорят? Укор, укорил. Нет, не так это работает. Вот, и сказал, что я тебе не желаю, чтоб ты меньше пил. А ты поменьше пей, а то бабки-то они не вечные. Вот, и стримеры на самом деле не самое лучшее вложение бабла. Огромное спасибо, будь счастлив и не будь как я. Завгод, привет. Чуваки, а почему геймпад не работает? Завтрашнего бросаю? Ну, это хорошо. О, заработало. Я сегодня тоже могла в бар пойти, но... не пошла, потому что меня не разбудили. Но меня хотели позвать в бар, но меня не разбудили и не позвали. Привет, Брайш Пьен. Я, кстати, управление забыла за вчера. Чувак комп не выключал, друг, который... О! Это, случайно, не Стайн был? Не-не-не, меня похотели позвать, но не разбудили. Семь лет большой срок, молодец. Подожди, локпик мне уже не нужен или нужен? Я не знаю. Да, блядь. Космич... Джиллиан Рубинштейн. Рубинштейн, хуй знает. Да ну, бля, Будда, успеешь еще сотку выбить, не надо. Да ебаное все. А у тебя же значок, да, поменялся? Дай-ка альтабность посмотрю. Охуеть. Спасибо большое за... Ебать, это сколько же бабла-то. Покажи значок, покажи. Спасибо большое за сапку для Яна Сектор Га. Оранжевенький. Ну это стоило того, да? 5 умножить на 100. 500 бачей. Угу. За оранжевый подарочек. Огромное-огромное спасибо, как всегда, сумасшедший, безумный человек. Правда, я уже не знаю. Береги себя, и вот, ну, серьезно, я не знаю, мои пожелания вообще срабатывают, не срабатывают. Ну, пускай, пусть все это тебе восполнится, не знаю, в сколькикратном размере, ну, просто, правда, пусть все будет хорошо. Глаз Айса, я хуй знает сама. Привет, кстати.
Я никогда марафона не делала и всегда старалась доджить лонгплея и так далее. НДС, ну да, мне где-то чуть меньше 250 придет, меньше половины. А остальное все твич забирает. Короче, вот, и чё? Вставших соч... А зачем мальчикам, чтобы соски торчали? Никогда, короче, лонгплеями не занималась, а тут что-то как-то произошло, вот случайно абсолютно, и попросили. Мне на самом деле не особо важно, во что играть, все игры хороши. Привет, Эксдимор. Главное, чтобы людям нравилось. А я, как поняла, у Resident Evil неплохое комьюнити, а я как стример Dota, а не сингл-игры, изначально начинавшая... Для меня, когда на синглах смотрит человек 40+, это прям очень приятно, поэтому я получаю удовольствие. Дети... Фу, не, я гриффинов не люблю, извини. А, Мосберг, привет, прости, пожалуйста, у меня тут это... Нет, привет, не зазвездилась, прости. Похоже, да не, Ян, это так работает, что есть одна тусовка стримеров, которая... Ну, бля, я никого, кроме Алены и Лысого, не смотрю, потому что мы типа Ирл виделись, а какие-то левые незнакомые мне стримеры мне не особо интересны. И ты смотришь и волей-неволей и забираешь манеру общения другого человека, я у него какие-то слова пижу. Он у Алены, я у Алены, Алена у меня, Лысый у меня, и вот такая вот круговерть. Привет, Digital. Не, Атари, я не могу. Не люблю, как папич. Так, хватит меня забалтывать. Бля, как ходить? Чуваки, я опять забыл, как ходить. Ни разу не видел? У Лысого ни разу не видел или у Алены? Ну, я не так часто пишу. Часто врубаю стрим уже. У Аленки не видел? Да ладно. Я обычно на фоне просто включаю, чтобы кто-то болтал, а сама занимаюсь другими какими-нибудь игрушками, рогаликами и так далее. А она там на фоне болтает. Я изредка вбрасываю в чат какой-нибудь подкат, какой-нибудь комплиментик или еще какую-нибудь хуйню. Вот. Че в старую версию, а где я тебе новую возьму, тройки? Мы так-то с Аленой ж стримили вместе. Я ж в Питер ездила к ней. Бля, на какую кнопку бегать-то? А, на Б. Все. Еще один хантер был внизу, я помню, он забаговался. Вон он. Так. А чё, одного выстрела хватило? Заебись. А, цвет вокруг окна стримера. А... Фиолетовый? Нет, не знала. А нахуя? Но фиолетовый это цвет твича. Зачем мне менять на другой? Могу розовенький поставить. У меня никнейм розовый на твиче. Командировка в питерской пятерочке. Но мы в основном в магнит ходили. И в красное и белое. Я не знаю, Мосберг, наверное, да. Ты очень сложные вопросы задаешь, как всегда. Вкус веля, что это такое? А, я тут траву не перетаскала. Гипергачи, привет. Я единственная магазина для мажорных. А, ну я гляну, совгод. Пошли обратно тогда, как вчера перетаскивать шмотки в сундук. Я же здесь своего рядом нет. Ну, типа есть, но нет.
Мы в какую-то круглосуточную кофейню заходили и там бухали. Не помню, как она называлась. Чайковский, хуй знает. Бля, я шавуху, кстати, не попробовала в Питере, прикинь. Ну, типа, вот за это стыдно. Привет, Саграс. Сейчас бы в Питер съездить и шавуху не попробовать. Зачем в инвентаре бокс аптечек? Я не знаю, я думала об этом. Хотела убрать, а потом... Короче, думала убрать, но не убрала, потому что не знаю почему. В чем мемность шавухи? Ну, не знаю. Типа, шаверма патруль в Питере снимался. Весь хайп, который поднял Хованский на шавухе, он, наверное, благодаря питерской шаверме. Ну и типа вот эти отличия шаурма-шаверма. Только в Питере же шаурму-шавермой называют. Или я путаю? Ну, типа, в этом-то и мемность. Лишний слот, да, я понимаю. Я просто, типа, на отъебись, пока пиздела с вами. Ну, бля, Будда, мне сколько лет тогда было? Турбо-шаверма? Ну, я не знаю, когда я еще в Питер съезжу. 3-4? Ну, не так мало. Не оправдание? Ну, можешь меня обоссать при встрече. Только не на лицо, ладно, но где-нибудь... Вот он говорит, что на рабочий стол. А, в папку прямо, охуеть. Пошли еще синюю траву заберем. Очень вежливый мальчик, Ирла. Ну, можешь меня мысленно обоссать. Я тебя не буду бить, я не умею драться. Мне кажется, если я кого-то ударю, то мне кулачку будет больно. А вот напнуть могу. И я очень сильно бодаюсь лбом. Так что, если что, будем бодаться с вами, ладно? Нет, трубой нет. Где траву-то я видел, помнишь? Блин, айспас лучший скилл в доте. Ну, сами щекотаться. Но они у меня не такие заметные, на самом деле. Или? Только попробуй сейчас что-нибудь сказать. Вчера я вот этот пазл не захотела... распазливать, да? Что это, блядь, значит? Черные и белые шестеренки. Давай я себе нарисую, типа, я что-то понимаю, ладно? Кто-то ручку опять спиздил. Так, бля, подожди, ёбана. P1, надо сэлла, чё вообще такое? Пирсингом при бодании. Нет, я не разъебу. Элвин, привет, спасибо большое, Хейрут, привет. Хорошо, Вань, хорошо. Очень странная загадка. Сейчас перерисую. Б долго писать, просто закрашивать буду. Не проходила? Не-не-не. Я мало во что играла. Чё за хуйню, блядь, рисую? А может, не надо? Подожди, я сначала должна понять, чем не надо, да? Надо сначала понять, чем не надо, Сань, да? Смотри, мне нужно, чтобы я смогла ходить по фонтану, да? А как мне это понять, блядь? Ну, типа, я не могу понять, какой формы мне нужен фонтан. Тардис? Вырубить, наверное. А что из этого вырубить? Я могу вообще целиком фонтан посмотреть? Не могу. Ну, типа, надо, чтобы воды не было где, блядь?
Ну, давай сейчас что-нибудь сделаем, посмотрим, что поменяется, да? А, вот, смотри, зеленая кнопка. Надо вот так сделать. Я знаю, что у ящика это дело. Не, я знаю Тардис. Я просто не поняла, что значит в этой игре Тардис открыть. Коробку? Я в курсе про Доктора Кто, но я не смотрела. Ну, типа, старого не смотрела, естественно, а нового три серии чекнула, и потом на что-то другое отвлеклась. Ну, смотри, допустим, нам нужно вот это, да, вы мне сказали в серединке. Давай сделаем две белых справа, две черных снизу. Ну вот, оно сейчас так и стоит. Я включила фонтан. А может, мне нужно заполнить наоборот? Я видела игру у Лысого, и я не хочу в это играть. Вот прям сильно, блядь. Я смотрю, какой там пиздец, и я не хочу. Возможно, через полгода, да, а сейчас не хочу. Давай сделаю две белых слева, две черных снизу. Охуенная игра, ну посмотрим. Возможно, не сразу, ладно? Или я просто брызгалки включаю? Нахуя я это делаю, знаешь? Привет, Арима. О! Слышь, смотри, что-то сделала, кажется. А что тут лежит-то? Вот это вот, что за хуйня? Лысый это братья, стример. А, вот, смотри, еще картинка. Чтобы дрейн осушить. Две черных справа, две белых снизу. Ну, бля, у него отмазка есть, 80 IQ. До этого не могла, не знаю, может, я тупица просто. Без может, ладно? Привет, кума. Две черных справа, две белых снизу, да? А за 4 хода надо, или я... Бля. Там цифра 4 была, надо за 4 хода это сделать? За 6. Так, давай еще раз тогда. Веронику я не тестила пока. Не, я скачала, но не тестила. Сморг. Санек Сморг, да, я же за молоков играла. Как я делала? Три хода. Все, проебалась. Четверку залила еще поза... Еще вчера. Сейчас, подожди, пойму, ладно? Не хинтуйте. Ну, тут легко, наверное. 6 ходов, вижу. Куда залила? На... Я не буду договаривать. Хинт это подсказка с инглиша. О, да? Congratulations, my dear friends. Хоба. А нахуй я это сделала, знаешь? Чтоб залезть в шахту? One, two, buckle my shoe. Three, four, shut the door. Five, six, pick up sticks. Seven, eight, lay them straight. Буду я больше...
3 литров пива, наверное, никогда не выпивала. Я не знаю, как... Это не к добру. Это песня Shoots and Ladders с Корна. Она как-то связана с детской считалочкой. Фу, там жуки. Хватит меня за жопу трогать! Почему вниз не можешь выстрелить? Почему не опускается? Подожди, блядь. Зайди. Все, не кричите, делаю. Не кричите, делаю. Не кричите, делаю. Не кричите, делаю. Какая часть резика 100 кп, неплохая игрушка. Фу, там опять долбоёб лезет. А, это человек. Человек, это нормально. Не, дают пройти, я просто подумала, что надо уничтожить все. Kill them all. Надеюсь, тут не будет хантера, потому что это будет полный отвал башки. Фаза. Так. Не попала куда надо. Да почему отвал пизды нет? Меня же голову отрывает, а не вагину. Альфред Конс. Так смешнее, ну, бля, ладно, как скажется. Можно, наверное, не жопить хилки. У меня уже еще 3 хилки будет. Фу, Мосберг, не хочу об этом думать. Можно не буду думать об этом, ладно? А что, я тут не пройду, типа? А, кстати, да. All work and no fun. Я всегда удивлялась вот этой вот фишке. Но так вроде не во всех магазинах делают. А, есть круглосуточные разливухи, которые позволяют тебе продавать пиво только по той причине, что они продают тебе пиво без крышки. Но крышку можно взять в отдельном автомате. Ну, как с бахилами. Где ты? Ну, блядь. Ого! 7 одним ударом. У 2 на самом деле, но... Робин Бобин Барабек скушал 40 человек. А, Ракун Парк Сэмитри. Кладбище. А нахуй сюда пришла, бля? Не знаешь? Бля, так бесит на самом деле. У нас рядом с домом есть магазинчик, где в любом случае, в любое время суток тебе пиво продадут, да? Но там наценки пизданёшься. Там очень дорого. И каждый раз, когда мы туда ночью приходили, там куча народа. Мне страшно иногда становится. Смотри, куда присосался говнюк. Прям туда, куда это. Там дальше поворот был. Не, подожди, я в другое место сейчас бегаю. Потом вернусь, если еще. Я слышала, Ян, мне говорили, что скоро ремейк должен быть. Не было поворота, Мосберг. Или был, блядь. Короче, кто-то из нас кого-то наебал, не знаю, кто, я пойду вправо.
А, в барах то, что сигареты продавали, там какая-то тема была, что покупаешь зажигалку дорогую, и тогда типа сиги... А, там сиги продавались дороже, потому что шли с зажигалкой, что-то такое, да? Потому что сейчас же нормализированная цена, и нельзя дороже. Прости, я просто говорю, что да, я знаю, что есть такое. Я не знаю, зачем я говорю, что я тоже знаю то, что ты знаешь. Извини, пожалуйста. Я хочу, знаешь, что сделать? Хочу отнести траву. Блин, помню, удивлялась, что были зажигалочки, у которых вот эта вот обертка на зажигалке, она типа ароматизированная, чтобы тебя руки не пахли. Но это не особо помогало, но нюхать можно было, но пальцы не пахли, короче, вот этим ароматизированной бумажкой, но прикольно. Через палочки никогда так не делала. Я всегда ассоциировалась прям супер со школьниками, что ли. Мундштук, а так можно? Бля, ну тогда самокрутки придется крутить. Мне очень лень крутить самокрутки. Ну, я тоже об этом подумала, там, где я пизданулась. О, фото Е нашла, кстати. Зомби нападают. Ну, раньше была фича с тем, что можно было продавать круглосуточно алкоголь, если у тебя стоял столик и место для сидения, типа это уже не магазин, а бар. А еще вон сколько выкрутасов всяких есть. Ну, это солишки надо заказывать, ждать. Мне бросать курить вообще-то надо, бля. А не вот эти вот ваши дела делать. Кстати, насчет бросать курить. Курить хочу, пиздец. Можно было по мостику пройти, но я пойду поверху, потому что могу себе позволить, ладно? Бля, можно потом Ларку Крофт еще проходить с первой части с треугольных сисек. Здравствуйте. Проще сказать, чем сделать, Ванёк. Проще сказать, чем сделать. Идешь или нет? Слушай, а тут же хантеры были, а не зомби. Или хантеры потом? Бля. Пачку выкинь с мой сортир. Не. Я больше 12 часов не выдерживала за... За 8 лет. За... Нет, за 7. Если бы я день продержалась, я бы очень собой гордилась, и что... Некоторые работают.
Абонемент ты про подписку, что ли? Сейчас башку оторвет мне, да? Санжуля, привет. Привет, Дианось. Пенечек, шаночек. А вы тут отдыхаете или притворяетесь? О, у него ключик, да? Это не мне, это будет, спасибо. Парки, ага. Вот тот самый ключ. Держит что-то. Приказ супервайзером. Миссия для команды Браво. Захватить образец информации по этому делу. Обследовать и записать дату, бла-бла-бла, хуята. Уничтожить все улики, включая медицинскую хуйню. Лечение и времени лечения. Проверить. Морскую свинку. Что? Проверить возможность морской свинки. Закончить Гвинея Пик, это морская свинка? Или я долбоёб? Или это какая-то, блядь, подопытная? Чё, блядь? Тренированная? Она здоровая. Гвинея Пик, это подопытный? Это типа так выражается? Проверить возможность подопытного, закончить миссию. Как только миссия будет завершена, эвакуировать область. Помните, что вы не должны помогать кому-либо. Вы должны помогать только супервайзерам, остальные нахуй идут. И не приезжайте, короче, ни с чем, что вы из этого города взяли. Я не знала, надо запомнить, простите, не знала. Гвинея Пик, это подопытный. Но это как булсай в яблочко. Простите. Подопытная свинка, выражение на русском. А Гвинея это... Ну, типа, подопытная свинка я знаю в русском выражении, но я не знала, что Гвинея это так используется. Заперто. Ну, ключ мы, наверное, там возьмем. Но буду знать теперь, буду знать. Гвини. Гвини Пик. Та же свинка. А Гвини это подопытный, я думала, это типа... Принадлежность к месту. Я думала, так морских свинок называют, извините. Но это тупица. Гвини Пик. Морская свинка. Ключ нет, ключ другой. Все, буду знать. Бля, я запуталась. А морские свинки это вот эти хомяки маленькие. Они так и называются морскими свинками. А хули они морские? Сложно. Гвини Пик подопытный. Гвини Пик подопытный. Гвини Пик подопытный. А Саня долбоёб. Тутру. Да, как в Флибеге. Хули не, а хули да. Усач образовательный. Каждый день новые знания. Слово дня Гвини Пик подопытный. Я ж туда лезу. Да, туда лезу. Там опять с глистами воевать, блядь. Кавиа Порселос. Чё, блядь, опять Мосбер какую-то инфу бросаешь не ту. Gem of Destiny, привет. Чё глаза закатываешь? Да спустись, плиз, пожалуйста, девочка моя. Просто вперед. Я посидею опять. Высоко, высоко, на лугу пасутся ко. Джилл Валентайн там пасется. Свинка морская.
Топ-топ-топ. Топает малыш. Топ-топ-топ. Посидеть дважды, но местами. У меня где-то два, что ли, седых волоса есть. Посиди... От этой игры посиди еще на два. Вернусь в доту, буду целиком. Сюда. Если захочу посидеть, то да. Но я не хочу пока сидеть. Да и в доту желания играть особого нет пока что. Труба. Труба, чтобы разъебать цепь, да? А, тут сейф-рум как раз, да? А я что, не плебс, что ли? Такие же 95% долбоёбов. Ду-ду-ду-ду-ду. Чё там за картиночка? Ну, неплохо. Труба для камина. Хорошо. Не знаю, по-моему, мужчины, ну это от генетики, конечно, зависит, но мужчины, по-моему, в большинстве своем сидеют раньше женщин, не знаю, не буду пиздеть, но судя по рассказам знакомых и так далее. А камин у нас где, блядь, был? Привет, клубничка. Тут же? А, заебись. Седые пряди, конечно, Мосбрук. Ты думала, это все шутки? Нет, не шутки. Да бля. Привет, Нереваря. Саня тогда когда кричала? А, ну нет, неправда. Не могу понять, отопление, Шульдар? Почему у меня тепло и справа, и слева? Раньше только справа. Сейчас, подожди. Нет, холодно. Сейчас, блин, я знаю эту ловушку. Откроешь окно, чтобы было не жарко, станет холодно. Ой, извинись, микрофон коленкой задела. А, камин. Ветер дует снаружи. Типа, это намек на то, что там что-то есть? Ты ж меня обманул. А лайтер нужен? Ты мне предлагаешь сжечь все, а потом ковыряться? Ну, давай тогда попробуем, да? Нагонял беду, нагонял беду. В левом ухе не жужжит? Каком, думаешь, греется? Комп не греется вроде. Там нормальная система охлаждения. Ну, относительно нормально. Нет, я не буду поливать компьютер водой. Ну, сейчас я попробую. Но он говорит что-то, что она легко загорится, да? О, зажигалку выбрасываем. А, видно свет. И хули, вижу свет. Разъебываю.
Я тут инженер, я знаю, что видеокарту, прежде чем вставить материнскую плату, нужно с нее снять с чипа нахлобучку. Я умудрена горьким опытом, потому что с хлобучкой она не влезает. Давай записку сначала прочитаем. Репорт супервайзера. Короче, возможность подопытного, пиздец какая, охуеть, вот сильно ёбнешься просто. Даже когда в него стреляют, он может выжить, даже ничего не делая с раной. Однако после распространения вируса подопытный... Короче, они становятся тупыми, как насекомые. Даже несмотря на то, что возвращение мертвецов к жизни – это отвратительно, вирус все еще можно использовать. Уже скоро конец, да, должен быть. Мне сказали, пару-тройку часов осталось. Если мы вколем вирус нашим, не знаю, что такое ПАУ, и освободим их, они вернутся и превратятся в зомби. План может сработать в будущем. Заложников. Ага. Военнопленные. Хорошо. В определенных областях вирус вызывает мутации животных и растений. Может казаться сложным, но это отличный образец для разработки биооружия. Я слышал, что есть огромный аллигатор, но я встретил только огромное создание, которое... под землей, короче, передвигается, ну, тот червяк. Я даже не хочу представлять, какие создания тот монстр создает, да? Я встретила Немезис, если бы я не знала о нем, я... Contaminated. Короче, произошла бы какая-нибудь хуйня, и я бы стала одним из них. Если он все еще бродит где-то по городу, миссия не завершена. Члены Старс должны быть очень сильными и пиздатыми с учетом того, что они выжили до сих пор. Однако они не могут держаться вечность. Ну, короче, примерно понятно. Досейвить? Хорошо, спасибо. Авторесив мод. Тут тоже, наверное, опять дрочиться нужно будет, да? Хотя... Парки, ага. Факс. Внимание. Забросили проект Raccoon City, типа. Чего, блядь? Политические... Короче, планы откладываются. Все вот супервайзеры должны срочно эвакуироваться. Армия штатов собирается завтра утром план, короче, наебнуть. Город будет... Короче, хуёво будет городу. С рассветом, да? Все тут потрогало? Вон там, по-моему, ракетница, да? Граната, точнее. Точно тут ничего сделать нельзя? Ой, а вот у вас, наверное, что-нибудь есть, молодой человек, да? Да, блядь, я буду перевод доёбываться, если все понятно. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Миссия пизда, возвращайтесь. Срочно. Опять долбоёб вылезет, да? Да Будда вон пишет. Ну, бля, напиши мне в следующий раз текст, я тебе переведу. Чё ты, бля, как пизда позоришься? Так сказал, кстати. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. Я восхищен, что ты до сих пор выжила. Ну, типа, выжила, да. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself.
И ты, похоже, хорошо о себе позаботился. Как насчет того, чтобы помочь? Я не хочу тебе помогать, дура. In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. T-вирус превратил людей в зомби. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Ты говоришь, они специально отправили чуваков, чтобы их разорвали нахуй? Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. Нет, случайно произошло. We were only required to collect live data from the subjects. А мы хотели какие-то данные, блядь, получить. Another mutant. Очередной мутант. Не, ну типа, я это восприняла, что я все хуёво делаю, и поэтому ты говоришь, бля, ёбаное все, Сань, ну не позорься. Я помню, что сейф, я просто пытаюсь вспомнить, да, сюда. Это ремастер Star Fox. Ну, типа не ремастер, а там HD текстурки наложены. С русским акцентом-то у меня охуеть русский акцент, ты чё? Ну, типа... Нахуй тут тыквы положили? Николай Виктор? Чё-то такое, блядь. Нет, Виктор, как его звали-то, блядь? Михаил Светогор. Слушай, а можешь мне ракетницу, бля, взять, а? Или магнум? А похуй. Я всегда думаю, что вы все думаете, что я все хуёво делаю. Чё, пожёстче, улрайт, сейчас развернусь. Длинная? А червяк, да? Бля, как я хочу сказать это слово запретное. Червь. Хуже него никого нет, но не могу, извините. Спасибо, так неожиданно и приятно. Нихуя себе дошек. К примеру. Еще анонимно. Спасибо большое за 300. Hello, it was Basorte. Hello. Como estás? Это португальский или нихуя не португальский, не? Это испанский, нет? Это, блядь, какой это язык? Украинский? Да ну нет. Бразилия португальский. Como estás? Испанский. Бля, в пизду не хочу. Не, бразильцы на португальском говорят. Бразильского языка ж нет. Sorry, I'm stupid. Let's continue in English, please. With better English, by the way. А, так, блядь, что, вернемся к нашим баранам. Давай возьмем хуйню. All I know in Portuguese is vagabunda, and I know this is a bad word, so sorry. Sorry for this. Пам-пам, американо, бля, извини. Да это пиздец идея в Диэй, на серьёз. Ту-дунь. Что происходит? А мне вперед, наверное, нужно. Лишнего дала. Как бежать? Нихуя. А чё, все еще бежать надо? Попадаю или нет? А все, подожди.
Очень well English. Да бля, в смысле well? Ну, школьный английский. Я же говорила, что я отличницей была. Ну, а потом, типа, песенки, переводы читала. Сирики смотрела. Не знаю, ну как-то случайно получилось. Проходила корейскую вязальную новеллу на симуляторе андроида на английском. Ай, бля! Ой, не туда вою, извини. Very good English, подопытная свинка, гвинея пик, морская свинка. Русские квесты с английским... Ну бля, нахуй так дрочиться, не, не надо. О, бля, она съебалась, да? Надо встать, чтобы удобно было. Чё по хилу, кстати? Рано пока. Бля, надо развернуться. Всё? Не, вряд ли всё. Тудунь. Hello, Джон. Наизнанку вывернул? Такое иногда бывает. Я могу залезть по забору. Да, залезу. По ограде. Фэнс-ограда. Просто убежать? Не, не надо. Да бля. Не сосите меня. Не хочу, чтобы меня сосали. Не соси. Забор, который вокруг дачи не вода. Так, все, бля. У меня живот прихватило, я вижу, но не настолько сильно, чтобы хуёво было. Ну, типа, не оранжевый кэушем. А чё музыка, бля, сменилась, алё? Она вроде как и неплохая, вроде как и нехорошая, нихуя. А, Rear Gate. А чё, где у нас Rear Gate был? Пошли засуемся тогда, да? Мам. Тихо, подожди, не сглазь. Rain Morning Star, hello. Thanks. Бум! О, что-то их дохуя слишком здесь. Бля, она не туда идет. Вам быть решайте вы сами, а я отпускаю. Будда, не стыдно тебе, а? Ну вот, вот опять, а? Вот уже... Будда! Спасибо большое за еще один саб для скидца. Вообще похуй, ну бля, ну нельзя вот так с деньгами обращаться. Отжаться 10,5. А ты так 10,5 можешь? Ладно. Будда, что тебе желать? Вкусной еды тебе пожелаю, потому что я жрать хочу пиздец. Не знаю, как я связана с тобой, но если я хочу жрать, то вполне возможно, что раз ты человек, то, возможно, ты тоже иногда голодный, и пусть вся еда, которую ты ешь, будет очень вкусной. И ты никогда не будешь травиться какой-нибудь хуйней. Вот. Не человек, зверь нахуй. Да, ну не вред. Приснилось, кому-то сап подарил? Лол. Бля, прости, Мозбрик, извини за то, что тебе это приснилось.
Бля, ебут сзади. Чё по хп, кста? А, за ногу жрет. А сейчас чё по хп? Сейчас пора. Он нарыгал на меня. Он так смешно ползет, не может развернуться. Все. Блин, это типа червь разрыл могилы и оттуда все повылезали, да? А где-то можно посмотреть все типы... А, короче, когда нажимаешь подарить подписку, там написаны варианты значков. Чё хочу сделать? Перезарядить дробовик. И засейвиться я хотела. Привет, пати-кот. У меня на дочек стрелять начнешь? Ну, бля, я говорю, я же тебе говорила, что мне бабки придут 15-го, выведут 17-го. 17-го пиши, ладно? Hello, John. Hello. I'm fine. Хилку надо еще с собой взять, да? Красным в календаре. Хорошо. Надо будет к тому времени уехать куда-нибудь без интернета. Шучу. Тун-тун-тун. А там типа цепь на замке. Я типа замок этот ключом открою, да? Я думала, цепь надо будет разъебать. Не, ну 200... Ну бля, хуй знает. Не, Digital, просто смотри, в чем соль. У меня остался один маленький ключик в инвентаре. А единственная дверь, которая закрыта здесь, она, ну, типа, на цепи. Holy Mother of God, thanks. Коробка открывается, оттуда выплясывает, как там сыщевол. И есть же игрушки на мобилке, где нужно по яйцу миллион раз пальчиком ткнуть, чтобы оттуда кто-то вылупился, и потом ты бил другое яйцо. Вот. Но я бы в первую очередь с этой трубой побежала на цепь. Не знаю, как труба поможет разобраться с цепью, но, возможно, можно было бы разъебать. А, вон, смотри, замок, да? А, он автоматически, да? Угу. А я не знаю. Ключ не нужен, выкину. Я подойду, я не увижу. Там опасно, потому что... Спасибо, Будда. Скоро турки на Твиче будут заходить. Бля, он опять. Stars. Stars. Yeah.
stars. Концовочное решение? Конченное решение. Я вот тоже хотела спросить, ты имел в виду конченое? Бля. Бля. О, мистер Сейвьор. А кто это? Спасать тебя теперь моя работа. Спасибо. They're going to launch a missile directly into the city as soon as daybreaks. At dawn? But that's only... I know. We don't have much time left. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor Николай. И осторожнее с этим предателем Николаем. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Ай, бля, залезь. Мне тоже не... Бля, Будда, я не могу вот серьезно с таким сюжетом и с таким графоном воспринимать вот этого чувака как позитивного персонажа. Вот Леон выглядел, бля, смачно, если бы жопу на подбородке убрать, конечно. You are saying a lot of compliments and that's not so good, actually. Одного только задела, да? Такие же тараканы, блин, бедолага. Футболку показать? Я? Я боялась, что Саня в бочку ёбнет. А чё, рано, да? В бочку ёбнет близко к ней, подойдя? Покеш, а это ты кому тогда? Я вот потому и удивилась. Вот смотри, долбоёб забаговался. Come a little closer. Он вылез или забаговался? Очистная остановка не работает. Аж сообщение об ошибке. Бля, Мосбрук, я не тебе, ну ты ж понимаешь. Ну вон, долбоёб, видишь, Мосбрук, я про него... Опаньки, смотри, как могу, бля. Бля, как стрелять? Дабл хова. Чё по патронам? А тут лифт не работает, потому что он работает. Бля, курить хочу, пиздец. Что за ничего не так-то, блять, а? Я не бросила, но надо бы. I don't like compliments. I'm streaming right now, so you can talk about the game and not about my face. Царь тараканов, охуеть. У тебя реально там здоровые дракони есть? Можешь подобрать траву? А вдруг Глория зарисует царя тараканов на холодильнике, и маленькие тараканы подумают, что здесь восхваляют короля тараканов, и будут приходить и поклоняться к холодильнику. Это не очень хорошая идея.
Привет, Андрей! Извини. Обычно Андрей не любит эту песню. А, Будда, ты тоже Андрей? Хорошо. Я говорю, но у меня только Андрей, блядь, и Саня подписываются. У меня их больше всего. Системный диск, который нужно будет куда-то засунуть. Это не сейф-рум, а случайно? А я не знаю, у меня же карты этого места нет. Тут закрыто, потому что я открыла замок. Как он такой? О нет, Николай! Николай? Трейтер, трейтер! Как я ощутила-то, что тут сейф-рума? Не, на самом деле многие друзья жаловались на то, что в старых домах вот это вот... Короче, блядь, уничтожение тараканов нихуя не работает, они потом возвращаются. HD текстурки. На какой сложности, Юрий? Привет, на изи, потому что на харде я бы здесь не вывезла, а здесь только два уровня сложности. Типа я к такому управлению не привыкшая, я бы не справилась, ты уж извини. А так остальные части на нормале, кроме первой, потому что я там случайно промешала кнопки, и получилось, что я играла на легком, по-моему, да? Да не, у меня тоже, типа, подружки курят, и все равно тараканы бегают. Пусть знает, когда локпик понадобится, пока уберу его. Дневники и книжки. Да, бля, я хочу порох взять, а не дневники. Привет, БМ. Я к справе. Зимор, я тоже так думала, когда из нашего дома тараканы пропали, но подруги говорят об обратном. Но еще от соседей же зависит, вдруг там вообще свиньи, алкаши живут, у которых там тотальный срач, и от них ползут. Бля, а почему у меня зафакапилась аватарка Джилл? Она ж HD-шная была, помнишь? А сейчас зафакапилась. Не, ну, мне повезло, Мосбрук, что мухоловки не в таких количествах, как тараканы по дому бегают. Я бы тогда с ума сошла. Потому что они пиздец противные. А в этом шкафчике что-нибудь есть? Несколько в одного. Фу, блядь, Мосбрук, хватит про мухоловок, мне хуёво стало. Опять. Thanks, John. Мухоловку, ну бля, загугли. Мухоловка обыкновенная. И посмотри картинки, как эти штуки выглядят. 25 апреля. Сегодня мой 30-й день рождения. Меня перевели на facility. На фабрику, типа, блядь, куда? Короче, перевели. Я очень счастлив, потому что... рабочая среда очень сильно отличается от жизни в университете. 14 мая.
какую-то систему завершила, используя специальный тип газа, он может уничтожать или преобразовывать клетки подопытных. Мы должны попробовать, прежде чем начать использовать на практике систему, с учетом того, что она еще не на 100% стабильна. Двадцатое мая, когда я проверял комнату, дверь захлопнулась, и я оказался заперт. Я не мог выбраться оттуда на протяжении одного часа. Могу предположить, если если у тебя есть вот ключ-карта, она бесполезна, когда ты заперт внутри. 7 июня. Подопытные начали увеличиваться, и что-то происходило с ними, короче. Система не работает идеально. Чуваки из лаборатории не слушают моего мнения, и я, короче, начинаю... Фрустрация, блять, как на русский-то перевести? Переживать? Пусть знает. 16 июля. Диспоз. В замешательстве. Хомячок подопытный. Но мы тут спорили до этого. Сейчас речь реально о морских свинках идет или о подопытных? Юрий, я не знаю, видишь ты сообщение с Пикача на чате? Digital говорит, что для оригинального второго резика есть HD-пак на GameCube. Вот. Диспоз. Короче, что-то с телами мы не можем сделать, и качество лекарств недостаточно хорошо. 29 июля... Функционирование системы понижается, количество тел нет. Просто свиньи дикие. Уровень заражения поднялся, и больше вот эти антитела, которые мы используем, не подходят для новой мутации вируса. Некоторые работники были заражены. Я продолжаю работать, но я всегда держу при себе пистолет. Я должен запомнить, сохранить одну пулю для себя самого. I want to weep. Не знаю слово weep. Я не хочу здесь умирать. Я клянусь, что я сойду с ума, если представлю, насколько болезненной окажется моя смерть. Випнуть. А, я не хочу жаловаться. Вип. Так, пока пиздел, надо засейвиться. Вип, а, вайнинг это типа тоже? Не, вайнить это же наоборот. Бля, надо будет опять заняться. Вайнинг, вино бухать. Дринкин вайнинг. Так, ебать, вот это, наверное, больно будет, да? Заебали ваши травы синие, пиздос. Пошли их обратно отнесем, чтобы инвентарь не забивало. Wine и wine. А оно разве не одинаково произносится? Wine и wine. Хуй знает. Уип, ныть. Ныть со слезами. Ага, все, поняла. А вайнить, ну, типа... Смотри, есть англицизмы, а по отношению того, когда ты... Или это и будет англицизмом? Флэш и флэш. Хуй знает, настолько сильно не разберусь, сами понимаете. Шкафчики не? Please stop, John. Thanks, but stop. Эта хуйня работает? Thank you.
так и знала, что так просто не будет. Там еще рычажочек был, не знаю, что он там вырубает. Там кнопки между собой взаимодействуют, верно? Уипин за Тхимаза. Все, поняла. Да, поняла. Спасибо большое. Карт-кей ридер. А карт-кей у меня пока его нет, да? Дождик начался. I don't want any iPhone. I'm not like this. Да, как нет хуйню, то вырубить, ебучее все. У меня проблема. Блядь. Да, бля, развернись, сука. Я не понимаю нихуя. На той стороне. Я вот тоже об этом думаю, но оно ж мне перекрывает дорогу. Я ж там не могу зашорткатить никак. Типа, тут в любом случае вот эта труба хуярит. Я обратно не выйду. Или могу? Ай, бля. Или могу, бля. Сейчас посмотрим. Охуеть, папаша, тут два стола теперь работают. Все? Все, спасибо. Привет, Райзер. Stand by mode. Да, сделаю сейчас. Так, система безопасности подключена. Она не лочится, понимаешь? Как мне к ней подойти, чтобы она за... Вот, теперь залочилась. А что за дверь я включила? Это типа где-то снаружи, да? Ну, лифт пока не едет, да? Картки, да. Какие-то бэм. Айхом. Бля, бэм, иди в жопу. Да, мне говорил про это уже Джон, который очень любит делать комплименты русским тёлкам. Кикар тот, который этот особенный или старсовский? А этот ключ у меня от чего? Особенный рисунок. Это ж не он? М-
Можно выкинуть, а нахуй он мне нужен был? Он мне был нужен где-то? Selling life, love for iPhone, да? Ай, бля! Привет, Каузи! Компаньва! Или не утро сейчас? Бля, я забыла, компаньва утро, чи не утро? Спускайся, дружище. Что за дверь? Много прошли, но это почти концовочка, третья часть. Почти. Еще, наверное, часика полтора, не знаю, может два. Подожди, а тут я... Ничем, бля, я Фанту никогда не любила. Что потом будет четвертая, а потом Код Вероника, а потом пятая, а потом шестая, а потом Revelations. Какую-то пропустить. Я много чего хотела пропустить. Я пятерку хотела дропать, но посмотрим. Она ж типа коопная. Шестертую. Шестую подарили, да, вчера. Соклуфа подарил. Ключик скинул. Вероники две. Но мне скинули два образа на два диска. Не знаю, может, то, что она на двух дисках, а две части. I need a key card. Is it it? Is it it? Is it it? Is it it? Так не говорят, блядь. Истиц. Недавно остановили хуйню. Не, я не буду в кооператив ни с кем играть, извини. Где я оказалась сейчас? Там, откуда первый раз приехала? Нет. Ой, бля. Я не знаю, я просто не люблю... хуйню. С другими людьми взаимодействовать. Колостойки, ну потом туда сходим. Но мне сначала здесь очистную хуйню нужно запустить. Я знаю, что Код Вероника до четверки, но меня попросили, типа, сегодня четверку, потому что попросили, и я такая, бля, ну ладно, потому что я не умею отказывать. Но я сейчас не полезу в это говно, да? Грязная, вонючая жидкость. Лучше обратно.
Привет, Нарженос. Смотри, вот эту хуйню я врубаю, типа, да? Water check. Ага. Бля, не пора хилиться? Ну, типа, пока терпим. Вот смотри, вот здесь я не потрогала, да, нихуя? Вообще что-нибудь выглядит рабочим? Бля, Рикаузи, чекай просто новинки на главной Steam или открывай список рекомендаций. Чекай списки рекомендаций и потом уже делай выводы. Потому что полагаться на чужие советы такое себе, потому что, опять-таки, люди не могут знать, какие жанры тебе понравятся, какие не понравятся и так далее. Down the elevator and the stairs. Бля, опять на лифте. У меня не наёбывает случайно? Говно рекомендует? Ну, бля, значит, играешь в хуёвые игры, бля, извини. Ну, бля, можешь загуглить, блядь, важные игры. Можешь начать... проходить, не знаю, какие-нибудь прям признанные всеми игры. Можешь по рейтингу на Метакритике их там как-нибудь откалибровать, посмотреть. Down the stairs. Электруху нашел, нихуя себе, она рабочая. У нас, я же тоже рассказывала уже эту историю много раз. Мама когда-то давно услышала, что на нашу дверь входную кто-то писает. Открыла, там бухой мужик был. Она его прогнала, и он гитару, короче, забыл. У нас была гитара. О, там сейф-рума была. В которую я не смогла зайти. Подожди, а где машинка-то? Я что-то не вижу. Привет, W. Блять. В какой части тема сейфрума? Бля, ну здесь она прям, я не знаю, она хоть и на репите, но я бы, наверное, ее могла долго слушать. А это самое главное, чтобы она не заебывала. Но в старых частях как-то я на нее даже внимания не обращала, не знаю. Но музыка как музыка и все. Так. С тех пор, как это растение... Чё, блядь? This guy's... Короче, сюда будут приходить чуваки. Если это произойдёшь, не... Типа, не сомневайтесь и стреляйте. Если они выберут сдаться, арестуйте и затем используйте их в качестве подопытных в лаборатории. Вас вознаградят. Plant. Plant — это ж растение, или это в другом смысле, не? Так. Контролируется системой, которая предотвращает эпидемию. Потом его автоматически запрут. В этом случае нужно следовать мануалу. Руководству, точнее. Плен, завод, фабрика. Ага. А, завод. Хорошо, все, поняла.
В этом случае следуйте руководству. Contamination, загрязнение, maybe. Вся система будет залочена. Тогда нужно remain. Завод и... Те, кто покинут фабрику без разрешения, будут страдать от хуйни. Охуеть, папаша, сложно, блядь. The Waters, образец воды. Так, записки касательно эксперимента. Без новой. Вон. Когда добавляешь данные, следите за объемом, что-то такое, блядь. Сейчас пазл, наверное, будет, да? Опаньки, хилонька. Мне кажется, это тут неспроста лежит, да? Ага, проверка воды. Ага, сейчас сунем образец воды. Ага. Чё, блядь? Я должна была запомнить результат и потом сделать как тут. График выстроить, я не понимаю, что на что зависит. Сейчас посмотрим. Я ж не знаю, как что как накладывается. Надо сначала понять. Палка с палкой. Я должна сложить хуйню, да? Тут большая палка должна быть. Смотри, вот тут две палки соединятся. Здесь будет горизонтально, надо будет подвинуть. Допустим, да? Вроде идеально, нет? Да, заебись. Все, спасибо. Угу. Би-блуп-блуп-блуп. Ультрафиолетовые лучи. Маленький слот для пластиковой карты. Так что, вот этот вот типа, нет? А что поменялось? Еще раз юзать? А что я сделала? Просто сунула ключ, а ракетница должна быть где-то там. Какой ящик-то я разблочила? Хуй его знает. Никто тебя не пытается взломать, заебоба. Все хорошо. Ключ перекодировали для двери.
То есть я ищу сейчас залоченную руму, да? Вон та, возможно? Или вон та? Сейчас нужно подняться, да? Сейчас засейвлюсь. То ебатрон какой-нибудь на лицо выпрыгнет и пиздомба будет. Чумная ловушка, бля, 600 рублей, такие дорогие средства. Я помню, раньше мелки продавались, но мелки, наверное, нихуя не работают, да? Там же самое страшное, чтобы от гнезда избавляться. Если ты все плинтусы перемажет, толк от этого никакого. Там, где пар ебучий. Пар ебучий помню, да. Все нарисовано мелками, хорошо. Нихуя себе. Вот это я даю. Трипл килл. Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит». Джон, please don't write so much spoilers. Гарди, привет. Саня, Саня, Санечка, за что же ты меня? Ракетница там, где пар ебучий, говоришь, да? Пошли долбиться в двери. Бля, подсказчик, сами знаете. В смысле, не могу? Могу же. Или не то? Слушай, что-то не работает. Я точно перекодировала его? А, код паттерн. Пока рано, наверное, да? Может, я еще где-то перекодировать буду, а? Не та дверь, кстати, для сейва. Лифт был, где пар, хорошо. Сейчас засейвлюсь. А, я сразу похилюсь, да? У меня травы вроде полно, не должна фидануть. Ну, фидануть я имею в виду в конце, так-то я должна, пиздец. Типа мы когда починили... подачу электроэнергии и очистную хуйню, она стала работать? Ага. Не хочет. Может, я его зря перекодировала? Я его точно перекодировала? И что делать? Ну смотри, я юзанула в тот раз. Ключ больше не юзался там, и он мне выдался. Подозрительно, да? Может, нужно было изначально ее с тем ключом? Может, мне его обратно... А я его обратно, типа, не перекодирую или что? Что, мне назад возвращаться пытаться? Или что мне делать?
Может, он сначала перекодированный должен юзаться? Туда next elevator. Где у нас элевейтор-то был, блядский? Я читала, что написано. Тут типа... Ой, сейчас. Какой-то код на ней. И какая дверь, блядь, next to the elevator? Бля, ракетница с собой есть? А мне такую же ракетницу типа дадут, да? Привет, сын. Уши заложила, пиздец. Да, блять. Ничего не кушал пока что. Ну а вчера после стрима греческого салата наебнула полтазика. Подозрительный туман. Чё говоришь? Системный диск. Эвакуироваться, а хули мне делать? Пиздец с боссом? Stars. 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 Да, давай зайди в тупик. Подожди, я сейчас играю. Нет, я сейчас не играю. А почему она играет за меня? Все, не играет. Так. Я наебала про тазик. Ну, я много съела для своего обычного количества еды. Там, правда, сыр ебучий, блядь. Нихуя не фитакса, блядь. Это какой-то сырный продукт, который разваливается и превращается в майонез. Вот. О, видишь, теперь Джилл нормальная 3D-шная, не зашакаленная. А до этого шакаленная была. Ща, перекур, потом будет драка, ладно? Круче крабового? А, обжорка круче крабового. Я ее никогда не готовила, ела только покупную. В магазинах она всегда дорогая, но даже магазинный салат, обжорка, он пиздец какой вкусный. Показали, что кислотой поливать. Ага, поняла. А я смогу же с ракетницы в желтую трубу ебануть, да? Спасибо, Диджитал, за подсказочку. Или просто расстрелять, хорошо. Давайте я вам пока расскажу историю, как сегодня я опозорилась в пятерочке и стоя на кассе. Я с собой никогда корзинки не беру и таскаю все вот так. Вот. И у меня, короче, пизданулись две банки энергетиков с диким грохотом на пол, прям перед кассиршей и покупательницей. Я такая, извините, давай их собирать. Кассирша с перепугу аж бананы девочки-покупательницы передо мной не пробила.
А еще мне очень не нравится, что осень наступает, и пиздец, как холодно ходить. У меня нет осенней куртки. Есть либо пуховик, либо теплая кофта. А кофта недостаточно теплая. И, короче, надо будет скоро, как капуста, одеваться в две кофты, потому что для пуховика еще рано. А в пуховике зимой тоже холодно. Короче, вот так и живем. Не люблю холодную погоду именно из-за этого. Что-то стыдно я не упал? Я ничего стыдного не покупаю. Но если только там, я не знаю, предметы женской гигиены. Кому дали скидс, кому не дали. У нас горячую воду отключили, но это предвестник обычно того, что скоро дадут. Думаю, завтра, послезавтра дадут тепло. А чё стыдное, можно в пятерочке купить бы? Презервативы я ж покупать не буду. А чё ещё? Продукцию их бренда, а красная цена. Я из Самары. Нет, красной цены, если брать что, то, наверное, какой-нибудь лавровый лист и приправы. Остальное, не знаю, страшно. Ну, там крайне избирательные вещи у них можно покупать, потому что это реально хуже корма для скота, для бедного скота. Потому что есть коровки, которых хорошо кормят. Салфетки. Ну, салфетки, да. Туалетную бумагу я бы не брала. Они делают туалетную бумагу? Не знаю. Ну, лавровый лист-то сложно испортить. Ну, хотя он там рваный у них, да. Баклаха 2 литра. Нет, там повезло, что там только охранник, девочка, я и кассирша были. Мало человек было. Не знаю, я слышала, что дешевые макароны развариваются, пиздец. Лавровый лист нарубленный. Ну, он не нарубленный, он поломанный. Он типа как-то хуево. У меня там половина пакета цельных была, половина поломанная. Мама один раз какие-то карамельки барбариски купила от красной цены. Привет, Ли... Слушай, это не Лияга, это наоборот, Лиайга, да? Привет. А... 10. Гамбургер из Ашана за 45. Ну, это, кстати, нихуя не нищий рекорд. Гамбургер за 45 нормальная цена. Umbrella key за small elevator. Use the key card or the key to get the bazooka. I think it's already too late for this. And my key card doesn't work properly. So I just don't know what I'm doing wrong. Run. Красная цена, я бы не рискнула. Бля. Вставай с колен, женщина. Надо, наверное, юзать сразу, на всякий случай, да? After boss fight. Alright. Карту возьми. Где, блядь? Это из другого выпало? Это из него выпало или не из него? Ебать, долбоёб. Обратно ж выходить, да?
Хлопья для завтрака. Ну, может быть, может быть. Пасука, это что? Ой-ой-ой! Confirmed. All personnel evacuate immediately. Small elevator, use the key card to the, of the key to get the... Где, блядь, не хочу. Treatment in progress. А тут у нас что, кстати, ничего? Small elevator. Точно Старс ключ не нужен, блядь. Просто он говорит, что нужен, а другие говорят, не нужен. Мне надо торопиться. О, они обгоревшие. Я вон в того хочу попасть. Нет, отчета времени нет, хорошо. Small elevator это тот, который был, да? In the safe room. Red elevator, things. Тоже так буду отмазываться, Бэм. Бля, не туда иду, да? Надо развернуться. Даже после него особо шевелиться не надо, поняла. Ту-ту-ду. Ту-ту-ру. Киборд-кэт, ты ж хотел, типа, пересматривать врата Штейна, или не ты? Просто вас так много, а я одна. Когда читать начнешь? Давай, бери в стиме. Бля, ракетница пизда. Давай вот так, типа, сделаю, на всякий случай. И дробопатроны побольше возьму, да? И хилку надо взять. Два дробовика, блядь, посередине гвоздик. Так, вот сейчас можно опять засейвиться. Но он говорит про Red Elevator в сейф-руме. Я помню, не в сейф-руме, а там, где эта хуйня была. А ты уверен, что ты так быстро прочтешь? Она, мне кажется, надолго. Надо было, наверное, взять карточку. Ну хотя, бля, ты говоришь, не надо карточку Старс. Ничего, Рикаузи. Скоро ты будешь большим взрослым мальчиком, и тебе будет абсолютно похуй на все. Старди Лукин До. Тайный слот, пластик карт. Этот ключ или не этот? Ебэ. Come with me, my baby. Ду-ду-ду. Я так помню, носила двух и колы, как базуку. А, чё, а куда я хочу пойти? Знаешь, куда хочу пойти? В красную дверь, наверное, да? Или нет?
Она залочена. Он в ту красную дверь? Не ебу. Четвертую буду, Ашакира, привет. Я запомнила, что ты мальчик, но забуду на самом деле скоро, я думаю. Я знаю, Скит, спасибо, знаю. The big fucking gun. Блять. Та дверь закрыта или не? Или сюда кикард как раз нужно вставлять? Ой, просто как. Бип-бип. Блу-блу-блю-блю. Дискард, еп. Спасибо большое за полу. Но бутылки садиться надо. Че, каждый раз заново, что ли, вас учить надо? Можно и без ракетницы. Так мы ракетницы не для того, чтобы легко было берем, а чтобы ебануло нормально. Все же любят смотреть, чтобы ебануло нормально. Бля, я пиздец теперь как хочу в ремейк 3 поиграть. Сколько ждать? Будда, ты не хочешь, чтобы ебануло? Почему? Это ж круто, когда бэм-бэм. Радар ресива. Ебать, нахуя вы это сделали? А, это к базуке типа крепится? Что... Ой, бля, нет? You're still alive. Such persistence. Такая настойчивость, все еще жива. Sorry, but there is no escape from here. Никакого спасения отсюда нет. Ремейк части пиздец охуенный. Я обоссалась там. Нега щитит. So, you wanna get out of here alone? Is that your plan? Хочешь выбраться отсюда на один? I made certain none of the other supervisors survive. Since I'll be the only one who knows what really happened. Я единственный, кто знает, что на самом деле происходит, и поэтому я пропиздела следующую часть. Зачем убивать меня-то? У них свои причины. Короче, награду дадут, если он меня пизданет. Все время попрощаться. Прими смерть с достоинством или с сожалением. Это твое, короче, дело. Че за радар ебучий? Ресивер. Радар-ресивер или че это за хуйня была? Jill, what happened? Что случилось? Карлос. Николай beat us to the chopper. Чё-то? I guess this is it, then. Николай в часовне нас наебал, типа. But I don't want to die in a place like this. Но я не хочу умирать в таком месте. This isn't over yet. Это еще не, все еще не закончилось. I'm not giving up, Jill. We still я не сдаюсь, Джилл. У нас все еще есть шанс. Чикрыжить. Кек. In the green armor. Here? Он не here. Я отличница была, да. Но потом, когда я поняла, что можно проебывать школу не только раз в неделю, а 4 раза в неделю, и съебывать с уроков физры регулярно, и нихуя на нее не ходить, и получать четверки, потому что преподавательница, классная руководительница скажет, ну, она же отличница, не портите ей аттестат. Тогда я вот нормально так. Тогда еще дота появилась, и... У меня сейчас суммарно в аттестате по физике 4 была в старших классах, потому что я проебывала на физре. И один раз в одной четверти по биологии, что ли, но там тоже
Ну, не то чтобы по залету. Не, на выпускной я не ходила, потому что нас собирали по 15 КСов, и я подумала, что мне это нахуй не надо. С одноклассниками особой дружбы я не водила, я тогда уже курила и подумала, что нам нальют какое-нибудь ссаное шампанское, а я бы пиво попила лучше. И как курить, если там будут родители и учителя. Ну и, короче, выпускной был, мы никуда не пошли, я пришла домой и просто плакала, вот. Плакала, не знаю почему, потому что могла себе позволить. И, кстати, в 9 классе на выпускной тоже плакала. Я тогда первый раз, кстати, в затяг затянулась сишкой. О, бля, вот это воспоминание, конечно. Бесплатно на выпускной, но мне что-то про такое говорили, но я подумала, нет, ну его нахуй. Но Токсик Будда люблю шутить про выпускной пошлые шутки на стриме. Вот. Типа я на него ходила. Вот. Что делала, когда проебывала? У меня мама, типа, уходила, и я говорила, что у меня ко второму уроку. И просто я спала, просыпалась в час дня, играла в игрушки, звала гостей и нихуя не делала. Флавишка, привет. Шутки про физрука и завуча нет. Он все делает, да? Jill, that's it. We've got to find a way out of here now. Мы теперь сможем выбраться отсюда. Атака с хуйней здоровой. Уровень опасности D. Весь персонал эвакуируйтесь немедленно. Ракетная, ну мисс, ну здоровая хуйня из вертолетов блядских. Ну почти финалочка, я как понимаю. Эвакуируйтесь, на двери закроем, да. А я уже торопиться должна? А, это, наверное, скорость приближения хуйни, да? Бля, у меня справки писала от... Ну, не справки, а... Я, короче, я не знаю, как мне верили, но потом уже, конечно, все раскрылось. У меня одноклассница, у которой взрослый красивый почерк был, я ее просила, чтобы она писала записку от мамы, от моей, что у меня, типа, живот болит. И у меня живот болел, блядь, ну, реально, 4 раза в неделю. Что я делала 4 раза в неделю, оставалась дома и спала. Я пиздец как люблю спать. Ну и типа из-за доты, и из-за того, что у меня в те времена была интернет-тусовка, и мы с чуваками в скайпике постоянно сидели, пиздели, в ЛФД играли во всякую хуйню. Я поздно ложилась в баньке. И что? И хотела спать, короче, вот. Ну вот, у меня тоже, типа, классуха как-то прямо аж домой ко мне пришла, потому что мама трубки не брала, и там залупа была. Мама потом стала тщательно следить за тем, ухожу ли я в школу. В итоге я вставала в... Сколько там, в 7:30 или в 8, я не помню, во сколько у нас уроки были. И уходила. Я знала, что ей на работу в 9 с чем-то. Я сидела на этаже ниже, ждала, пока она уедет на лифте, и возвращалась домой, все равно никуда не шла. Рак младший? В смысле? А как это тебе поверили так? Ну а потом, типа, у нас классная руководительница заболела, у нее, я не знаю, то ли рак, то ли не рак был, но что-то нехорошее, пиздец. И нам нас передали в бразды правления злобной молодой тетке. И она прям давай меня дрочить. Она меня будила, звонила мне. Говорит, пизду школу. Я такая... Один раз меня подъебала, позвонила с телефона моя одноклассница, потому что она понимала, что с ее номера я не возьму.
Я такая думаю, вот одноклассница звонит, говорю, ой, типа, я заболела, не могу прийти. Она такая, заболел, значит, а ну пизды в школу. Такая, блядь. О, Ляйка, ты девочка? Буду знать. У одного чела деревянная нога. Долбоёб, блядь. Найс, дробаша с 2 километров, блядь, стрелять. Живой, мертвый. А вот этот? Вот этот, наверное, у двери живой. Нет? Головой? А, да, спасибо. Вот это своевременно, кстати. О, там кто-то горел. Сгорел на работе. Да, я видела. Большой кабель подключен к этой хуйне. Топ-топ-топ. Систем проверки. Вы долбоёб. И вы долбоёб. И вы долбоёб. Checking data. Warning. There is not enough power to... Мне достаточно мощности для батареи. Что это за хуйня? Что с тобой делать? Parts marked as free. Ну смотри, там только первый работал нормально, да? Второй тоже красный. Бля, сейчас ебанет меня в башку этой хуйней. Было 7, сколько налей-то, блядь, 7 миллионов? Сейчас уже 3 800. Би-блуп. Привет, Айзек. А, говно посыпалось. Это не я, кстати. Это остатки Немезиса? Можно уже РПГ ебашить? Ебать, прикинь, как оно в ремейке будет выглядеть охуенно. О, хуй подымается. Можно уже ебануть в него, да? Ребят, готовы? Сейчас, подожди. Ну вот и все, в принципе. Разочек для профилактики. А что, не надо было все въебывать? Бля. В смысле норм, точно? Но он уполз, это хорошо. Да пихаю я, пихаю. Alright. Часики, да нормально успею. Наверное. Prepare to чё? To fire куда, блять? Надо ей управлять?
Поприкуси, привет. Тут же есть панель управления, не? Бля. Я могу съебаться отсюда, нет? Сука, наверх надо залезть. По ней надо ебануть. Но это вроде не в меня. Куда съебывать-то, блядь? В телеге? Да я туда не захожу, прости. Ну я захожу, но... Под луч не попади, меня сейчас ебанет! Система перегрелась. Охлади трахание. А меня ебануло или? Блуп-блуп-блуп. Вот, нихуя себе. Спасибо большое. Но я зайду гляну тогда. Я просто серьезно, я привыкла к Дискорду, а к телеге не могу приставить. Его ебануло, но меня, по-моему, тоже ебануло. Мне пох. Наверное, плохая идея, да? Бля, как спуститься-то? Слезь. А, тут не надо лезть, да? А, да, я буду этим оперировать. А чё, не надо было от него сбегать? Надо было его угандошить? А нахуя? Тут же ракета летит. Он же все равно не сдохнет, даже если я его убью. Я знаю, как эта игра работает. Джим! Over, Carlos. Все закончено, Карлос. О чем ты? Ты слышал это? Chopper, второй. Че, блядь? Кто может искать меня? Не важно, мы должны к вертолету подойти. Вертолет летит. А как вертолет? Почему не хеликоптер, а чапел, как сейчас, блядь, какая-то хуйня? Это Крис? Чопа? Чин-чоп, чоп, чопа. Thanks. You saved us. I couldn't let you die. Is it you? Карлос? Are you ready to finish this? It's coming. Yeah. Бред. It's the end. Это конец. Баре. Нормально, они пизданули. А, ну я не играла за Джилл, я Баре там чуть-чуть видела. Ну вот и все. Дралась в школе? Не. And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the president and the federal council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. Пизда чувакам из Raccoon City. President and federal council have ruled that the backless terminate operation is the best course of action for this extreme situation. Лучшее решение для этой ситуации, наверное, да? Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Распиздошила Raccoon City. Surpassing the 100,000 mark. 100 тысяч что-то там проебало. Go out to those poor civilians. Мы очень сожалеем о смерти жителей Raccoon City. Сердечко прям рвется, блядь, на части. Как там это? А, к это... Блядь, без шляпы на голове нельзя. Да ничего не опытный, я просто пиздоболить люблю. Музон в титрах, окей. Ебаться в деревне за Леона. Thank you.
делать ремейк, чуваки! Да, все. Музыка для какой-то Атома новеллы. Ремейку? Ну, ой, ремейкну. Четверку с ремейком смешала. Да сейчас пойдем, я помню, будто. Титры надо досмотреть, всегда так делаю. И можно попиздеть, пока титры идут. Четверка, потом Вероника, мы договорились. Я играла ремейк первой части, ремейк второй части, играла в нулевку. А в оригинальной первую, вторую нет, не играла. Я тебе говорю тоже, как будто музыка из новеллы, Мосборн. Фэнс Джон. Надо не забыть в категории поменять хуйню. Привет, мороженка. Это все благодаря тебе, блядь. Закинул мне семерку, и вот к чему мы пришли, блядь, в марафоне Resident Evil. Никогда бы на такую хуйню не согласилась. Не знаю, как так вышло. Number of saves. Спасибо большое за фору. Не-не-не, я не хочу экстрагейм. Бутики, to costumes. Чатер у Тони пишет иногда. А костюмчики сразу нельзя? Да, блядь, нет, не надо. А костюмчики сразу в опциях нельзя глянуть, да? Читать чужой чат? Можно чужой чат, мне кажется, читать. Ну, какой поставишь, какая разница? Я Ленин, помню, ставила. Можно чужой читать. Так, наконец-то я оф, и все нахуй. А почему она до сих пор захвачена? Все, не захвачена.